Так. Я натурально вас приветствую. С вами Музерс. И это пятая часть древних свитков. Скайрим. Старый добрый Скайрим. Гражданин, сюда нельзя. Ты чинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Плати, гражданин. Остереги его спящий. Отрави ему ужин. Посмотрим, как корчится. Так, 100 золотых получишь, если сможешь меня убить. Ну, если ты настаиваешь... Эй, ребята, повеселимся! Не стоит! Вот так вот... То есть они перебили имперских солдат и надели их форму. Вот труп имперского солдата, вот еще один труп имперского солдата. И они вот хотят, чтобы я поверил вот в эту вот подставу. Интересная встреча, да? А вон и третий труп. Я все еще здесь. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Ладно, понятно. Что-то еще? Вот такая вот история. То есть вот он Данмер. Орк. И они выдавали себя за солдат, перебив настоящих солдат и надев их форму.